промышленных производств. Иван Михайлович, расскажите, пожалуйста, что за люди занимаются управлением промышленных производств? Промышленными предприятиями, организациями занимаются специалисты, наверное, в основном двух направлений. Это специалистов вот этих двух направлений. У нас менеджеров по инноватике. Инноватика – это внедрение нового, новой технологии, новое производство, новое товар. Начиная от функции мастера, начальника отдела, управления, цеха и кончая службами топ-менеджеров. Опять-таки, так как у нас программа подготовки очень обширная, потому что мы... Наша кафедра в том, что мы готовим специалистов-прикладников для топливно-энергетического комплекса прежде всего. Мы можем говорить и о том, что профессия востребована, так как промышленное производство сейчас развивается в стране. Производство – это вечно, потому что без производства ничего нет и не будет. Поэтому ясно, что за этой специальностью, за этими специализациями будущее. Ну, это русский язык, математика и обществознание. А как проходят занятия у студентов? Больше практики? Выбрали предприятие, договорились, заключили договор с